Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Математика 5 класс. Автор Мерзляк. Итоговое задание в тестовой форме. Вариант 5. Вопрос номер 8. Какому из данных чисел равно частное 98,7 разделить на 0,1? Ну, для того, чтобы разделить десятичную дробь на 0,1, нужно запятую в этой дроби сдвинуть на одну цифру вправо. Если вы забыли это правило, то можно воспользоваться для того, чтобы выполнить деление, можно воспользоваться другим правилом. Правилом таким. Если мы умножим на одно и то же число и делимое, и делитель, то частное не изменится. Тогда умножим на 10 98,7, умножим на 10, и умножим на 10 делитель 0,1 на 10. При этом частное не изменится, а найти частное так будет легче. 98,7 умножить на 10 – это будет 987, а 0,1 умножить на 10 – это будет 1. 987 на 1 будет 987. Ответ. Правильный ответ находится в пункте Б. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.